Друзья, всем привет! С вами Зевака Channel. Сегодня будем играть в новую игру Cat Goes Fishing. Кот идет на рыбалку. Игра залипалочка, которая поможет скрасить вам будни ваши, довольно-таки веселые. Вот. Но иногда, конечно, будет от нее пригорать, в этом я уверен. А давайте потихонечку начнем. Ну, давайте ловить рыбку. Выбрал я мод с реализмом, это значит, что вот, собственно, леска, когда мы рыбку тащим, да, и она начинает сопротивляться, рыба, и леска может оборваться. Только вот так различаются эти два мода. Так, вот две рыбки я поймал, мне дали квест. Что есть в игре, да, помимо квестов, да, и помимо самой рыбалочки? Ну, куча всяких рыб, куча всяких удочек, всяких апгрейдов этих удочек, всякие лодки. Варианты там, как поймать можно рыбку. В общем, давайте будем потихонечку проходить эту игру. Вот, думаю, будет интересно. Вот Mustard Fish я должен, собственно, поймать одну. Давайте потихонечку ее, собственно, и будем ловить. Ну-ка, вот она. Есть, поймали. Мы Mustard Fish продаем, конечно. За каждую рыбку дают нам доллары, бабосики. Их надо копить. Вот новый квест. Откройте новую удочку. Ну давайте. Давайте это мы, собственно, и сделаем. 750 долларов. Хорошая удочка. Окей. Все, берем новый квест. Да что такое? Так, вы должны купить какие-то вот дополнения, видимо, к этой удочке, да? Ну вот 4 пустых слота. Давайте посмотрим. Так, Lure Sink Speed. Ну, я так понял, наживка будет падать вот быстрее в воду. Ну, я не знаю, нужно это или не нужно. Ну, давайте возьмем. Деньги у нас есть. Вроде как мы не особо-то куда-то там далеко закидываем, чтобы она быстрее падала. К тому же, да, вот надо здесь сначала все это дело выловить. Каждый раз, когда вы забрасываете, вы можете эту рыбку, у вас есть выбор. Либо ее продавать, да, либо вы можете ее опять закинуть. Когда вы ее закидываете, у вас, собственно, наживочка становится улучшенная. С помощью этой улучшенной наживочки вы можете крупную рыбу ловить, более крупную рыбу. То есть, вот смотрите, сейчас я вот эту вытащу. Давай-давай, ты чего? Сдалась эта рыбка. Либо за 450 долларов я ее сдаю, либо я ее обратно забрасываю, да, и получаю еще круче наживочку. Но, естественно, да, нам такая наживочка тут пока ничем не поможет. Здесь только вот нет. Крупная рыбка там где-то плавает, чуть ниже. И вот мы должны по-хорошему, конечно, все это... всю вот эту мелочь либо выловить, наверное, да? Так, новая... открыта новая удочка, да, или что? Или подождите-ка. Ага, вот, у нас мод новый открылся, скаутинг. Это значит, что когда у вас съедят приманку, ну, наживочку, да, то будет падать ниже. Все равно, то есть, не будет возвращаться... крючок не будет автоматически возвращаться к удочке, да, а будет продолжать падать до тех пор, пока вы сами, собственно, не захотите ее поднять. Ну, ладно. Вроде как-то так. Так. Рыба, видите, да, постоянно она появляется. Ой-ой-ой-ой, не-не-не, не хотел я ее, не хотел закидывать, хотел продать. Нам сейчас нужны денежки. Ну, какие новые там рыбки. Но, к сожалению, я их пока достать не могу. Давайте-ка попробуем. А. Так, ну и вот да, рядышком тоже плавают всегда крупная рыбка, которая ест более мелкую. И это, конечно, нехорошо. Но других вариантов у нас нет, надо как-то выживать здесь. Я думаю,
все тут будет у нас хорошо дальше. Думаю, новые какие-то моды на удочки, они нам позволят как-то вот пробираться через вот эту мелочь всю. Ну, потому что, да, иначе... Ну, вот я, например, не вижу пока, каким образом это сделать. Так, не забываем брать квесты. Поймать три кадлфиш. Это что у нас за рыба? Давайте смотреть. Так, может быть это? А снобфиш? Нет, не она. Может ты? Да, кадлфиш, вот она. В общем, три таких рыбки нам надо поймать, чтобы этот квест завершить. Вторая. Ну, конечно. О, съели, пожалуйста. А, ну правильно. И вот он, крючочек, видите. Я могу посмотреть, что там происходит. Да, я не могу никого поймать на пустой крючок. Но я могу подсмотреть, где какая рыбка там находится. Теперь понятно. Так, ну это... Ну, какая зеленая. Ну, мне не на что вроде как ее ловить пока. У меня тут закончилась внезапно рыба. Около меня. Да чтоб тебя. Ого. Вот эта рыбка тут плавает у нас. Никак не получается. Да вот же они рядом плавают. Алло, ну-ка давай-ка. Есть. А, еще за квест, видите, да, дают дополнительную денежку. Тоже хорошо. Так, сейчас мы тебя поймаем. Чтоб нам не мешал. Так. Опять же, надо сейчас... Надо сейчас тогда посмотреть, какой новый квест у нас есть. Так, новый квест. Купи две ракеты. Давай. Ого. Раз. Два. А, подожди-ка. А ракета и что вам будет сейчас? Ну-ка. Да ладно. Короче, я могу дальше забрасывать, если... Ого, еще одна какая-то здоровая рыба. Отгрызла половину нашей тут. Это и так была здоровая, там еще здоровее отгрызла. Нормально. Так, давайте-ка еще одну ракету покупаем. Прикольно, ну-ка. Полетели. Так, ну вот видите, да, их все больше и больше, этих рыбок везде. Вот так вот, да, далеко закидывать. Нифига вообще не поймали. Так, ну-ка, зато вот эту сейчас поймаем. Давай. Заработали. Новый квест. А поймать грумпера? Грумпер? Это вообще кто? Кто, что, где? Грумпер, грумпер. Может быть, это та дерзкая рыбка, которая... А, ну подождите, у меня же есть... У меня же есть книжка, мы сейчас по книжке посмотрим, я ловил такую или нет. Так, каталог, грумпер. Снобфиш, килфиш, калина, кингфиш, медиум, мастердфиш, грумпер. Ну да, это вот... Угу. 4% всего лишь закрыли на данный момент мы рыбки. Ну, которые вот, да, поймали, либо видели ее вообще. Вот он. Вот эту вот рыбку нам надо поймать. Так, опять неудача. Надо чуть-чуть дальше. Может быть, ракету тогда взять? Давайте ракету возьмем. Давай-ка. Вот он, вот он, вот он. Давай, давай, давай. Есть. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Идем, идем. Оп, 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 оп. Ты куда? Смотри, что творит-то, гад такой. Нет. Вот зараза, а. Не засчитаю же сейчас. Ну, дрянь, а. Так все хорошо было. Такие вот дела. Так, ты не хочешь, да?
теперь нам придется опять потихонечку продвигаться туда. Давай, начнем с тебя. Ну, денежка копится потихонечку, это хорошо. Ну, какая, блин, золотая рыбка агрессивная. Так, а смогу ли я вот эту вот поймать рыбу? Не, не смогу, не хочет. Опа, вот это сейчас. Главное только, чтобы он опять вниз не убежал. Его там опять сожру. Есть. $800 он стоит. Завершили квест. А свупера. Поймай 4 свупера. Давайте, продаем. Что это такое? Минимэп, это карта. Сделай 4 квеста. И сонар. Сделай 14 квестов. Понятно. А, до следующей удочки у нас еще, собственно, идти. Свупер, да? Вот свупер это вот такие вот рыбки с глазами безумными. Хорошо, будем сейчас искать их. А вот, первую мы нашли. Ну и стоят они по $200. В принципе, неплохо. Так, ты давай посмотрим, что ты у нас стоишь. Раундфиш. $400. Отлично. Так, вот он еще один свупер. Опа. Жаль. А нет, смотрите, повезло. Повезло. Нет, давайте мы ее продадим. А на вот эту какую-нибудь вот эту поймаем сейчас. Дешевенько. $200. На дороге-то не валяются нифига. Да чтоб тебя. Беда какая. Ну-ка, давай, иди сюда. Так, $450 в кармане. О, еще один. Так, чтобы завершить квест, нужен еще один этот свупер. Ну вот они, туда стайка есть. Значит, сейчас достанем. Так, и ты иди сюда. За леской обязательно надо следить. Есть там режим игры облегченный. Когда, я так понял, сопротивление рыба никакого не оказывает. Так, завершили мы квест, получили $1000. Поймай 2 раундфиш. Давайте по каталогу смотреть. Вупер раундфиш, ага, это вот который мы внизу ловили. Я думаю, сейчас это будет легко. Ну-ка. На ход прям. Раз. Не-не-не. Зараза. Так. От этих избавились. А вон там ниже, видели, да, стояла здоровая рыбка. Скоро мы ее поймаем. Так, есть. У нас 12 000. Новый квест. Cowfish. Что это за рыбка? Ну-ка, давайте посмотрим. У меня она вообще есть тут? Нет, не здесь. Ларч, ага. Вот они, ребята, вот она. 2500 будет стоить Cowfish. Ну давайте, у меня 12 тысяч есть. Я могу новую удочку взять. И давайте к этой удочке возьмем какие-то дополнительные бонусы. Скаутинг возьмем. И возьмем вот одну Diving Lure. Не буду другие брать. Сейчас посмотрим, как оно себя все покажет, проявит. Пока не вижу, чтобы что-то было серьезное. Ну вот эту рыбку видите, да, я могу тащить на просто так
да, не... Она может уже не сдаваться. Да, леска не оборвется. Так, а как мне поймать, собственно, ту рыбу-то? Я пока не понимаю. Что, мне опять тут надо всех переловить? Как далеко я закинул. Там монстр был. Ну давайте, да, переловим всю вот рыбу, которая здесь есть рядом. Это деньги какие-никакие. Сейчас быстренько, как семечки. Единственное, эта удочка еще больше. Еще дальше стало закидывать. Немножечко стало неудобно здесь рядом ловить. Вот она. Вот он наш. А нет, по-моему, это не та, которая рыбка, которую нам надо поймать. Не уверен я. О! Иди сюда. Вот этот клиент. Но тут проблема. Ага, апгрейд какой-то, вот новый апгрейд нас ждет. Ну, давайте глянем. И что нас ждет? Rising Lure. Dealing Chaos Yodur to Rise Stacks up to Times. Ну давайте возьмем. Если честно, я пока не знаю, это надо переводить тут, что она дает. Давайте, а, ну два раза я могу. Вот нам дали какой-то... Перышки какие-то. Два перышка дали. Для чего конкретно, я не знаю, но это мы потом будем выяснять. Не вижу пока, чтобы что-то это там, такое давало, серьезное преимущество какое-то. Ну да, вроде как не дает. Игры, к сожалению, на русском языке нет, но тут переводить не так много. Да, Google переводчик, он, в принципе, должен справиться, если что. О, закинул так закинул. Ну-ка, давайте посмотрим. Кто здесь вообще плавает? О, еще больше рыба. Офигеть. Интересно, как здесь глубоко. Ну, вот они, вот эту нам рыбку надо поймать. Пока не знаю как, не понимаю. Давай, не спи. Так. Сейчас вон ту еще поймаем. Так. Ах ты. Перелетела. Ого. Ну, слишком. Хотя, может, кто и подцепится. Слушайте, подцепилась же, да? Жалко, что ее съели. А кто это вообще? Сибил Финн, $1400 стоит. Ну, хоть так. Жалко, нельзя просто спустить вниз аккуратненько. Так, а вот это кто? Ух ты. Нет, эту поймать мы рыбку не можем. Для этого нужна наживочка получше. Сначала тогда ловим вот эту рыбку, потом сейчас вот эту ловим, освобождаем место. Тогда вот эту, тоже хорошая, $800. Богатеем не по дням, а по часам. Давай, иди сюда. Так, ну что, давайте пробовать. Вот она, большая эта приманочка. Нам надо закинуть так, чтобы пролететь вниз. Блин, там другая рыба. Ну-ка. Опа, опа, нифига себе. Кого поймали? Стой ты, куда ты несешься? Стой! Стой!
Я вообще ничего сделать не могу. Офигеть, а. Мощная, мощная рыба. Но вытащить вроде как вытащу. Аккуратненько ее подтягиваем. Вон она потихонечку устает. Оп. Сероп пиш. 3400. Ну, блин, я думал, она дороже будет стоить, если честно. Но все равно. Резвую такую рыбку поймали. Так, и вот эту мы тоже вроде как не ловили. Так, калина, $900. Ну, лучше таких десяточек, конечно, поймать. Ту слишком сложно было поймать, на мой взгляд. Так, вот видите, оборвал я. Но это я хотел посмотреть, как обрывается тут, собственно, леска. Ну, даже такая вот эта вот рыбка смогла ее оборвать. Это плохо. Ну что, давайте второй раз пытаться закинуть невод в воду. Сейчас поймаем маленькую рыбку. О, отлично. Сейчас вот эту поймаем. И опять у нас будет большая наживка. Так, идем вниз. Опа, опа. Блин! Вот это точно хорошая рыбка. Она здесь одна. Вперед. Но если бы я не попытался так, собственно, поймать ее... Я бы кто-нибудь сожрал по-любому. Ну, давайте еще раз пытаться. Лучше бы сделали модули для удочки, вот которые бы прочность лески меняли. Опа. Блин. Кингфиш. Ну, нам такая не нужна. Но тут слишком много рыбы. Как я ее буду доставать-то? Сейчас давайте вот эту поймать. Попробуем. Не, ушла от нас. Надо как-то поймать момент, чтобы кидать на середину. Вот. Ну-ка. Аккуратненько и вниз. Блин. Зараза. Ребята, на пути тут и не должно быть. Так, давайте закидывать подальше. Может быть, сейчас крупную какую-то поймаем. Есть. Красный дьявол. Давай, давай, давай. Слушайте, а что это он такой слабенький-то, а? А, понятно. В конце решили меня обмануть. Ну да, он, видите, он пытается в конце именно уйти от нас. Ты такой думаешь, сейчас все вытащу, а хрен. Есть. 7. Ух ты! Он 7000, 7200 стоит. Турджион. Блин, нормально. И 14 тысяч. Смотрите, появились лодки. Basic Bot. 35, понятно. Нифига себе. Цены. Люксери. 720. Ну, в общем, все это нам предстоит. Еще два квеста сделать. Но я, походу, вот с этим квестом-то застрял. Судя по всему. Не дают мне никак поймать эту cowfish. Ну, я бы даже сказал, не мне не дают, а не получается, не или я не хочу. Мне вот вниз бы как-то прокинуть. Вот сейчас вот эту рыбку мы бы поймали и вниз бы прокинули. Но тут так много мелких опять. Я боюсь, что я просто туда... Ну да, вот видите, сразу прям хоп и все. Ладно, будем истреблять.
Заодно накопим денежку. Слушайте, а может быть с помощью какой-то... У меня же есть ракеты, и там есть еще бомбы. Давайте посмотрим, что делают бомбы. Ну-ка. Так, бомба, да? $200 стоит бомба. Ну давай, смотреть. Ну да. Так себе тема. Рыба сама себя, короче, зарезала. Я мог ее целенькую вытащить, но она почему-то решила сопротивляться в последний момент. Ну, ребята, да, давайте тогда на этом этот эпизод закончим. Хорошего понемножку. Накопили $15,000, купили пару удочек здесь, да, снарядили их, вроде все в порядке. Давайте, да, набрали, кстати, 8-й уровень, опять же, будем уровни потихонечку набирать. На этом закончим и увидимся уже в следующей серии. Если вам игра понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем играть вместе. Всем пока, до новых встреч!